Всем приветики. Пришла ко мне такая посылочка, правда, уже давно пришла, где-то неделю назад. В таком вот пакетике. Там типа пупырка, но на самом деле ее нет. Она вот практически просто картонка. Вот она. То есть практически пупырки там нет. Она даже не лопается. То есть вся пупырка вся раздавленная. Это обычно давишь на пупырку, она так лоп. А это даже не лопается, потому что она уже вся лопнута. То есть максимально плохая. В ней такая коробочка помятая вся. Вся согнутая, загнутая. А внутри источник, блок питания, короче. И вот такой вот он пришел. Я был в шоке, честно говоря, в ужасе. Потому что никогда я таких посылок еще не получал. Да, были царапины, но именно помятости. Вот здесь сколько царапин. Тут вон все зацарапано такое все. Зацарапано. Там он царапина. Как это так показать, чтобы видно было получше. Вот царапины как бы. Царапины. Вон они все тут царапины такие. Тут царапины. Там царапины. И вообще везде царапины. И при этом оно не могло поцарапаться. Ну то есть, если вот есть углы помятые, вот один угол помятый, там где-то еще углы помятые, вот второй угол помятый, третий. Ну, углы могли помяться лежа в коробке. На нее надавили там с разных углов. Но поцарапаться лежа в коробке она не могла. То есть мне уже такой поцарапанное отправили. Вон оно все какое некрасивое. Тут все помятое. Там, тут все помятое. Поцарапано, вернее. Все такое зацарапано. То есть его уже таким отправили. Плюс еще где-то здесь было. Вон царапины, причем глубокие такие. Вот. Потом здесь так сильно измято. Вон оно какое. Такая вмятина мощнейшая с этой стороны. И сверху вот такая мощнейшая вмятина. Просто вот чем-то таким вот. Ну вот оно такое. Углубление идет такое. Вон оно. И здесь такое углубление. Вон оно какое. Да, жестко. Но сам еще трансформатор. Здесь вот проколот. Здесь проколоты. Там какие-то проколотые штуки. Там. То есть поцарапаться и проколоться в коробке он не мог, потому что, ну вот, коробка-то целая. Значит, его поцарапанным и проколотым уже положили. А в коробке из-за того, что не было пупырки. Во-первых, пупырка должна была быть обмотан. Он должен быть пупыркой обмотан в несколько слоев. Как мне вот прислали, сейчас покажу. Вот, когда-то мне браслет прислали в такой штуке. Вот в такую штуку он должен был завернут быть. Вот так вот он должен был быть завернут. И то еще больше слоев должно было быть. И тогда он был бы нормальный. Но, как обычно, они все сэкономили. В итоге пришла такая штука. Поэтому я открыл спор, мне вернули половину денег за него. Ну, тоже хорошо. Но в целом он работает. В чем его заключается суть? Так он вообще выглядит, если это все не учитывать. Вообще вот. Такой вот блок сзади, так вот он выглядит сбоку. Такая сеточка. И внутри видны такие вот там какие-то электронные штуки. Снизу ничего. Сбоку его характеристики 12 вольт, 15 ампер. Переменный ток. Сюда входит линия, то есть сеть. Получается, мы подсоединяем просто сюда штекер. Берем штекер, подсоединяем сюда. Причем неважно какой стороной. По-моему, здесь же без разницы. Так, подсоединяем. Сюда заземление, которого у меня нету. Вот оно открывается. Так, вот она, эта штука открывается. Открываем. Сюда этими гвоздиками зажимаем провод, вилку. Сюда заземление, которого у меня нету. Сюда ничего. Сюда плюс-минус. И оно выдает 12 вольт 15 ампер. Вот этой штукой. Еще можно подрегулировать. Оно так, вот эта штука крутится туда-сюда. И больше-меньше. Ну, там пару вольт регулирует, и все. Вот. Купила его для того, чтобы запитать свой моторчик. И сейчас я покажу, как это все работает. Ну, вот так это все вставляется. Откручивается болтик. Поднимается там вот эта вот железячка, которая держит. И под нее вставляется сам провод. Единственное, что здесь нужно следить за тем, чтобы эти проводы не соединились, потому что
здесь как бы все не защищено. Ну, то есть, если они вдруг случайно так вот друг на друга нахлестнутся, или не друг на друга, а как-то оно вот будет стоять. Ну, то есть, я ставлю один на этот край, а второй на этот край. Но не рядом, не один сюда. Ну, то есть, можно поставить сюда один провод и сразу сюда один, второй провод. Но если они перехлестнутся, это сразу будет такой громкий хлопок, и искры полетят, и сгорит, потому что это будет замыкание. Друг на друга нахлестнутся, и все, оно сразу. Поэтому тут надо быть аккуратненьким. И подальше друг от друга все это ставить, чтобы не получить, ничего не испортить, чтобы искры не, чтобы пожара не было, чтобы вообще ничего. Потому что, ну, в первую очередь, конечно, сгорит устройство. А во-вторых, могут и искры полететь, и все такое. А если сам где-то будешь держаться, и, ну, тоже, если где-то на корпус пробой идет, ну, то есть, оно же все железное, если где-то провод как-то коснется корпуса, и ты включишь 220, и за корпус возьмешься. Ну, вот, оно же все железное. Если где-то провод зацепится за корпус железный, и ты возьмешься руками, то тебя током ударит. Здесь же написано, типа, предупреждение. Типа каушен, я не знаю, что такое каушен. Высоковольтная, типа, ну, короче, ну, это может быть еще и опасно. Есть, типа, пломба такая какая-то стоит. Вот. Такая вот штука. Тестера, правда, чтобы это все проверить, нет у меня. Но я его потом куплю и проверю. Как бы я хочу сделать тест. Тестером проверить, куплю тестер, проверю. Ну, я как бы разберу этот блок, выровняю все это, куплю тестер и проверю, и тогда уже точно скажу, выдает он или нет. Вот он, мой моторчик, такая вот штука. Для того, чтобы его запустить, нужно 12 вольт. 12 вольт и... А сколько ампер, не знаю, Made in Germany. Ну, Германия — это значит качество, так что... Ну, то есть оригинальная такая штука. Вот, сейчас присоединю. Ну вот и все, оно присоединено. Получается, вот провод идет, штепсель присоединен сюда, во вход, заземления нету, и вот минус, минус с мотора идет. Вот он сам мотор, с него здесь вот выходит такое количество проводов, и два из них я вот пометил. Это минус, он идет сюда, а это плюс, он идет сюда. И остается только запустить розетку. И мотор начнет крутиться. Только надо как-то так поставить, чтобы удобнее все было. Сейчас. Ну вот он, мотор. Все готово, как бы. Теперь остается только включить в сеть. Ну, вот он и крутится. Видно, что вон она крутится. Это вот если поближе глянуть, видно, что вот он мотор. Крутится вон он. Крутится. Эти проводы три не запитаны. А, питание поступает от этих двух проводов. Ну, то есть вот он мотор, на него идет питание с этих двух проводов, то есть от розетки по штепселю блок питания 220, а блок питания выдает уже 12 вот сюда. И с запасом я брал 15 ампер, ему 15 ампер не надо, не знаю, ему может ампер 8 надо, но я с запасом брал 15, чтобы уже, если что, чтобы ему... Просто у него запуск, именно в запуск берется много энергии, а потом... Ну, просит, ну, уже падает, поэтому чтобы. И вот блок, когда работает, горит зеленая лампочка. При этом у него нету ни вентилятора, вообще ничего. Там у некоторых вентиляторов есть, у этого нету ни вентилятора, ничего. Просто вот блок, дырочки как бы, и лампочка. Все, когда включаешь сеть, загорается лампочка, показывая, что работает блок, и все. И вот эта штука должна регулировать обороты, как бы. Не знаю, попробую сейчас. А, у меня отвертка слишком острая, как бы такая, не влазит, а вот надо поменьше. Ну, в общем, она регулирует обороты. Я сейчас гляну, есть, можно ли что-нибудь сделать. Ну, все, нашел подходящую отверточку.
Вот такая вот отверточка. И мы просто ее сюда вставляем. Вот в эту штуку. И вот она стоит посередине. Мы ее крутим вправо. И замедляется ход. Крутим влево. Ускоряется ход. То есть вот это оно налево, максимум влево, максимум вправо. Ну вот оно замедлилось. Ускорилось. Замедлилось. То есть это мы регулируем напряжение. Так дается, наверное, может быть 24 вольта. Ой, не 12, а 14, например, какие-нибудь. А так мы уменьшаем до середины, это 12. Еще уменьшаем, это может какие-нибудь 10 вольт. Ну, то есть еще регулируется. То есть он рабочий. Вот оно видно, что он работает. Лампочка горит, от него прибор работает. И регулировка работает. А сколько он выдает? Ну, тестера нету. Я потом, когда выровняю корпус, заодно и тестером проверю, сколько он выдает. Это уже потом. Вот. А пока что можно вырубать. Мы просто берем с розетки вырубаем. И все. И вот он выключился. Ну вот сейчас трогаю моторчик после всего этого, после работы. Сколько он поработал? Минут 5, может больше. Ну 5, наверное. Блин, что-то он какой-то теплый, хотя он сколько он поработал? 5 минут. Что-то, мне кажется, что-то он так греется. Может, 15 ампер сильно много для него. Или, может, просто нужно поменьше там ставить. Или, может быть, он выдает не 12 вольт, а, например, 15. Ну, такое же может быть, что больше выдает, чем надо, как бы. Поэтому он греется, как бы. Но это надо будет проверять. Сейчас ничего не могу сказать. Вот. Ну, так, рабочий. Вот, все нормально. Так что блок питания рабочий, все хорошо. Единственное, что очень было неприятно, когда он пришел весь помятый. Просто мне бывало, иногда приходили такие вот, как он, поцарапанные вещи. Ну, поцарапан, ну, не такие сильно поцарапаны. Там сильно царапина какая-то, две там, или мелкие, ну ладно. А тут он сильно зацарапанный. Но это не сильно страшно. Гораздо очень было неприятно, когда такая вмятина прямо открываешь, он такой, вот ты, ну вот коробочка такая, вроде все нормально, ты открываешь, начинаешь доставать нормально, доставаешь до конца, ой, до конца такой открываешь, вроде все нормально, достаешь, открываешь до конца, блин, он помятый, так сразу неприятно было прям вообще. Впервые такая посылка сильно замученная пришла, и было очень неприятно. Но в целом он работает, все хорошо. Если он был бы не помятый, то впечатления бы остались... Ну, то есть не было бы испорчено впечатление так. Первое впечатление было испорчено, но сейчас, когда он его потестил, он работает, то, ну, вроде все норм. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.